Котятки мои, я решила балкон сегодня расхламить. На улице тепло, на балконе вообще жарко. Смотрите, какой у меня тут бардак. Тут что-то с папиной машины я достала, перенесла сюда. В основном здесь только банки. Мама мне не разрешает выкидывать эти все банки, но я сейчас втихаря, наверное, все соберу и выставлю в подъезд. У нас обычно так и делают. Вот. Пусть люди разбирают. Что-то себе оставлю, что-то выкину. Я уже начала разбираться, потом поняла, что без кружечки кофе или цикория я не обойдусь. Мне нужна прям мотивация. Ну, моя мотивация убраться здесь, навести красоту, конечно. Не знаю, буду полы мыть или нет. Ой, сколько всего опять накопилось за зиму. Вроде только убиралась, убиралась и опять. Ты что там вынюхиваешь? Что-то вкусное? Да? Ладно, ребятки, показала вам, как у меня сейчас. Это я уже начала убираться, потом поняла, нет, Лен, передохни буквально минутку, выпей кружечку цикория, и потом уже начинаю убираться. Так, мои хорошие, все показала. Сейчас допью цикорий. Кошка довольная, тепло, она каждый день просится на балкон. Когда холодно на улице, под минус 30, она мордочкой так поворотит, понюхает воздух. Я говорю, нет, скоро еще весна не пришла. Ну вот сегодня, видимо, пришла весна, так она довольная, на балкончике лазит. Показываю промежуточный результат. Разобрала весь этот угол, но вот эта вот нижняя большая коробка и вот эта вот коробка, это пойдет в гараж. И плюс еще вот здесь папины удочки. Че, сына? А в каком доме? Ты не помнишь сообщение, кота потеряли? Не дома, а квартиру. Нет, не помню, что кота потеряли. Сейчас посмотрю. Маленький, тебя потеряли, что ли? Ты чей? А? Ну, чистенький такой. Кто тебя потерял? Ты откуда пришел? Это, по-моему, с пятого этажа кот. С четвертого. Или с четвертого даже? А зачем они опять его в подъезд высунули? Или ты сам убежал? Эх, ты проказник. Сейчас я тебя выставлю в группу. Пусть тебя забирают хозяева. Не, мы кота домой не можем взять, у нас кошка. Сейчас я тебя в группу выставлю. Все, нашли хозяев, только их нет дома. Сейчас там соседка взяла, я не могу кота этого взять, потому что у нас кошка гуляет. Так, в общем, остановились на том, что вот этот вот нижний пойдет в гараж. Здесь у меня 3-литровые банки. А здесь тоже в гараж, папины удочки. Здесь у меня... укрывной материал собрала и здесь положила землю. В общем, все для рассады. Так, осталось мне разобрать вот здесь вот Новый год. И вот там вот у меня целая коробка пустых банок. В общем, сейчас разберу Новый год и немного там приберусь. И показываю, что же пойдет на выкид. А на выкид тут вообще просто ужас сколько. Вот эти вот все коробки я собрала. Вот для чего, спрашивается, я их хранила? Ну, как Плюшкин. В общем, все до единой коробки собрала, буду выкидывать. Вот это мне просто нужно помыть. И нашла еще клавиатуру. Мы ее как-то покупали. Она, наверное, месяц у нас поработала. И сын решил ее почистить. Когда он ее почистил, клавиатура перестала работать. И в этот же день сын поехал за новой. В общем, это все тоже выкидываю. Все, балкон полностью расхламила. Единственное, у меня осталась здесь коробка. Здесь пустые баночки. Сейчас немного отдышусь. И половину... что-то вам покажу, что-то сразу буду выбрасывать. Долго не буду на этом останавливаться, но эту коробку нужно тоже расхламить. На кресло вот такую накидочку положила. И вот то, что я собиралась отвезти в гараж, пока положила сюда на пол. Это у папы в багажнике, по-моему, лежало как-то. Да, мама сама из пакетов это все плела. Ну и здесь стул, кошкина переноска в большой коробке здесь. Пылесос. Вот эти коробочки, как я говорила, поедут на дачу. И сейчас осталось снять вот это вот безобразие. Окошко освободило. Стало, конечно, намного уютнее. Но сегодня я уже не буду мыть окна. Что-то я прям притомилась. Это все убираю. Потому что вот здесь вот еще то, что творится. Это все нужно будет сейчас отнести на мусорку. Вы представляете, какой склад всего это был? Ребята, никогда ничего не храните. Появилась пустая коробка, выкидывайте нафиг. Нет, вот все думаю, а вдруг пригодится. И вот оно это пригодится. Целую машину теперь нужно практически заказывать, чтобы все это вывести.
Ну что, давайте приступим к пустым баночкам. Так, жидкое мыло. Покупала его в фикс-прайсе. Вкусный, приятный аромат, но сушит руки. Дальше, уксус от Yves Rocher. Девчонки, я так и не поняла, для чего он нужен. Многие написали, что Лена, он нужен для блеска волос. Ну, ничего такого я от него увидела. Повторять я его точно не буду. Дальше, гель для душа. Это, по-моему, какой-то он английский. Объем 150 мл. Пахнет просто обалденно. У меня есть духи от Armand Basile Lady in Red. Вот точно такой же аромат. Очень красивый сам по себе такой гель, но он совершенно не пенится. Поэтому как бы не знаю даже, стоит ли его рекомендовать. Единственное, только из-за аромата. Классный. Дальше. Нежный гель для интимной гигиены с кокосовым молочком. Неплохой. Покупала в магазине Fix Price. Но вот, который без кокосового молочка, мне понравился больше. Я уже повторила тот. Этот я для себя больше брать не буду. Следующее. От Faberlic маска для активного питания волос с аминокислотами. Технология питающий уход активно увлажняет, питает волосы по всей длине, наполняет силой и ослепительным блеском. Девочки, обязательно повторю эту маску. Очень мне сильно понравилась, приятный аромат, консистенция и действует на мои волосы эмилированные очень классно. Дальше, так, дезодорант Dove. Что-то я про него не сильно помню, не буду рассказывать, тут уже их куча. Вот этот дезодорант Fa. По-моему, был классный. Антиперспирант, защита от пота и запаха. Где же я его покупала? Не помню. Ну, а, точно. Вот этот дезодорант Fa мне понравился. Дальше. В Магнит Косметик покупала вот такой лак Vela Flex. Суперсильная фиксация, пятерка. Девочки, по-моему, он испортился. Раньше был намного лучше. Вообще ничего не держит. Единственное, да, с волос очень классно счесывается. Но для себя я его повторять больше не буду. Так. Colgate Plax, пользуется сын, я тоже пользовалась. Ополаскиватель для рта, покупала в фикс прайс, кстати, мне понравился. Так, что у меня тут еще такого? Ликата шампунь мужской. Сын сказал, мама, если где увидишь, обязательно купи такой шампунь. Единственный шампунь, после которого сын говорит, что 3 дня можно вообще волосы не мыть. В последнее время у него сильно жирнятся, он сейчас пользуется Шаумой, по-моему. Не помню, против перхоти. Ну, вот этот говорит, вообще обалденный шампунь. Так, следующее, что у меня тут интересного. От Faberlic, ароматерапия, суперконцентрат. Девчонки, ну, все знают, мне понравился, отличный. Хватает его надолго, плюс приятный аромат. Белье после него мягкое и очень вкусно пахнет. Так, дальше. Это у меня True Alchemy, шампунь. Забыла, как фирма это называется. Девчонки, практически вообще не пенится. По-моему, так, здесь кофеин. Ну, в общем, здесь у меня половина баночки осталась. Я его выбрасываю. Вот из-за того, что он не пенится, я вообще не могу никак понять этот шампунь. Вообще он предназначен для роста волос. Девчонки, не знаю, мне как-то он не очень понравился, поэтому выкидываю его. Дальше. Скраб солевой для тела на основе лечебной рапы озера, по-моему, Кучук. Это кладовая Алтая. Слушайте, обалденный солевой скраб. Но хочу сказать, у кого нежная чувствительная кожа, я бы не стала его советовать. Кожу может ранить, а если у вас есть какие-то болячки на коже или ранки, слушайте, так будет жечь, что вообще мне понравился. Я обожаю скрабы, которые прям вот отлично скрабируют, прям сильно и жестко, так сказать. Дальше, от комплимент. Это у меня гликолевый пилинг. Девочки, нигде не могу его купить. Сколько смотрю, найти не могу. Обалденный пилинг. Профессиональный, но для домашнего применения он отлично подходит. Девчонки, увидите, обязательно купите. Следующая умывалка от Yves Rocher. Вот эта умывалка мне очень понравилась. Сиба Вижиталь. Я пользовалась ей летом и осенью. У меня летом кожа жирнится сильно. И с помощью вот этой умывалки, это гель, во-первых, вкусно пахнет, хорошо смывается с лица. Я им пользовалась утром перед нанесением макияжа. В общем, отличный, с удовольствием на лето себе такой повторю. Так, следующее. Дезодорант Lady Speedstick, который я покупаю в магазине Fix Price. В последнее время он мне вообще не нравится. Что-то у него или формула испортилась. Ну, в общем, никакой защиты от этого дезодоранта нет. Выкидываю. Так, что еще показать? Маска 7 Days от Vilenta. После длительного рабочего дня неплохая масочка. Это тканевая, отличная, в общем-то. А, Бонакур. Это у меня от Schwarzkopf шампунь. Девочки, здесь не хватило его на один раз, поэтому я его даже не поняла. Ничего сказать про него не могу.
Дальше, мой любимый — это гель для душа, очень приятный аромат. Так, девчонки, сейчас скажу, как называется. Кофе. Приятный аромат, отлично пенится, хорошо смывается, кожу не сушит. Дальше выкидываю, у меня здесь еще не закончилось. Вон еще, посмотрите, сколько много. Это молочко для тела с органией, розой, традицией хамама. Слушайте, не буду больше такие большие я покупать. Так, что у нас опять молочко такое в больших упаковках, покупать не буду. Если честно, мне уже надоел этот аромат, поэтому я выкидываю. Про эту маску я вам говорила. Отличная маска корейская Centellion 24. В общем, вот это вот суперфуд. Тут у меня много корейских масок. Так, что у меня тут еще интересного есть? Ой, девочки, классная умывалка, которую уже нет в фикс-прайсе, нигде найти не могу. Гималая нежный персик, гель для умывания. Бомбезный аромат на утро, вообще самое то. Отлично очищает кожу, и даже вечером, вот иногда после того, как макияж убираю мицелляркой, я пользовалась. У меня было два такие гель для умывания, и вот жалко, что сейчас их в фикс-прайсе не продают. Увидите, обязательно купите. Так, тушь. Моя любимая тушь Pump It Up от Divash, но, к сожалению, вот в последний раз я в магните точно такую же купила, и хочу вам сказать, что краситься я не могу, потому что она сухая. Следующая — корейский тонер пэды у меня закончились, Skin Tone от About Me, неплохие после умывашки, также вот после мицеллярки, потом как очищение, вообще отлично, мне они понравились. Не могу сказать, что прям они сужают поры, как здесь заявлено, нет, но знаете, как, я не могу сказать, что это баловство. В общем-то, они рабочие, эти тонер пэды. В общем-то, они рабочие, эти тонер пэды. Но я потом вам покажу, которые мне понравились больше. Эти тоже имеют место быть. Вот для чувствительной кожи будет вообще отлично. Так, что еще показать вам? Зубная паста Сила Минералов. Не помню, ничего не могу про нее сказать. Так, дальше что у меня здесь? Крем для рук и ногтей Белоручка питательный. Ну, девчонки, такой посредственный. Не знаю, мне у Белоручки что-то не очень-то нравится. Дальше тональный крем True Color от Divash. У меня в 02 оттенке Ivory. Второй уже тюбик заканчивается. Мне понравился. Стоил вообще на распродаже, по-моему, что-то 100 с чем-то рублей. В общем, девчонки, неплохой тональный крем. Так, следующее, что у меня здесь, еще покажу. Ой, девочки, вот это моя любимка. Молочко флюид для тела от Ликат. Девочки, как же классно это молочко увлажняет кожу. Приятный аромат. Супер, девчонки, вот честное слово. По-моему, сейчас Магнит Косметик Ликата стали продавать. Если увидите такое молочко, обязательно возьмите себе, не пожалеете. Хорошо впитывается, никакой пленки не оставляет. Так, дальше это у меня какая-то пустая банка, вообще ни о чем. Так, что у меня тут еще? От Миксит. Это шампунь для интенсивного восстановления поврежденных волос, рестарт с кератином и такой же бальзам. Девочки, мне очень понравилось. Я еще когда пользовалась, отзыв оставляла, что вот эта вот серия мне очень понравилась. У меня еще такая маска есть, она тоже уже заканчивается. Но бальзам, девчонки, бомбовский, честное слово. Вот запах приятный. Не могу сказать, что прям интенсивно восстанавливает или нет, но волосы после вот этого ухода выглядели отлично. Так, еще выкидываю освежитель воздуха, энергия табака, беру в фикс прайсе, классный, хватает надолго, 99 рублей, вот по-моему он до сих пор еще не подорожал. Следующее. Это энзимный пилинг, также от Комплимент. Вот у нас все эти пилинги продавали в Эльсити, сейчас их нет. Как ни приду, их нет. Тоже, девчонки, классный пилинг. Здесь у нас гиалуроновая кислота, энзим папайи и аха-кислоты для сухой, чувствительной, склонной к расширенным капиллярам кожи. Классный пилинг. Следующее. Выкидываю вот такую туалетную водичку с Центрик Молекулы. Это я покупала, по-моему, рублей за 200, да, на закупках. Ни о чемный, вот просто ни о чемный. До этого у меня еще был такой же тестер, только, ой, девчонки, потом покажу, не помню, как называется. Вот та водичка просто комплементарная. Эту водичку никто на мне ни разу не заметил. Ерундистика. Так, следующее, что у меня здесь закончилось. Пена для ванны, лавандин и иланг-иланг от Лерана. А, это Леврана компания. Так, нормальная пена. В общем, можно пользоваться. Не могу сказать, что прям большая шапка от нее получается пенная. Но ничего, потянет. Так, дальше.
Это у меня гель-флюид для душа от Ликата. Девчонки, тоже очень сильно понравился. Вообще, присмотритесь к этой фирме Ликата. Единственное, что мне у них не подошло, это шампуни. А вот уход за телом мне очень понравился. Так, дальше. Неоген. Сейчас вам скажу, что это у меня такое было. Ладно, оставлю, потом буду раскатывать. Вот такое вот мыло покупала в фикс прайсе. Вообще классное, стоит дешево, отлично. Девочки, еще вот этот вот крем от Ифраше Serum Vegetal мне тоже очень сильно понравился. Вот повторила бы, но слушайте, стоит он не дешево. Но мне нравится вот этот вот крем. Так, следующее, что у меня тут закончилось. Маска, которую я покупала в магазине Fix Price, из-за того, что масок много, она у меня испортилась. А вообще маска сама по себе рабочая для лица, двойного действия, матирование и лифтинг. Я как-то ее уже тестировала во время видео, мне понравилось, но потом забросила. А когда нашла, открыла, все, она испорченная. Выкидываю. Так, следующая мицеллярка. Так, Денис Озорнин, это у нас Green Mama. Девочки, печет лицо до невозможности. Я уже потом ей не пользовалась, только мыла ей кисточки. Выкидываю. Так, дальше что у нас тут? Маска белорусская, мумиё для лица релаксирующая. Так, здесь написано, снимает признаки усталости кожи, восстанавливает, освежает, выравнивает тон лица. Девочки, маска стоит недорого, но она отличная. Дальше, вот такой у меня еще был крем. Реше крем, это восстанавливающий крем глубокого действия, 30 ценных масел. Я использовала его зимой. Слушайте, отличный крем для сухой кожи, просто будет супер. Баночка стеклянная, посмотрите, какая классная. Нет, банку я эту стеклянную выкидывать не буду, она мне пригодится. Не знаю для чего, но уверена, пригодится. Так, дальше. Вот эта вот маска белорусская, шоковая терапия. У меня есть видео на эту маску. Поначалу мне она не понравилась, потом я была от нее просто в восторге. Здесь идет три этапа, шампунь, по-моему, баттер и вот такая вот маска. В общем, маска классная. Так, следующее, что у меня закончилось. Девочки, также любовь любовная. Это тоник с гликолевой кислотой от Ликата. Присмотритесь, супер. Ой, еще один крем корейский, Цика крем. Поначалу мне он не понравился, он такой гелеобразный. Я думала, что он вообще не будет впитываться, но каково же было мое удивление, когда я его использовала и скажу честно, вот с удовольствием бы его повторила. Классно впитывается, подходит под тональный, ничего не, как бы тональный он не портит, все на нем хорошо сидит и отлично увлажняет кожу. Так, это я не помню, но про сыворотку вы все знаете. Так, следующее, ой, девчонки, куча масок, вот таких вот, уже про все даже и не вспомню, что здесь как. Ну, в общем-то, сами знаете, все эти тканевые маски. Я обожаю пользоваться тканевыми масками. В общем, вот у меня их тут куча. Суперфуд серия у меня была. Вот такие вот от Экель. Что-то они вообще рублей по 40. Вот это вот молекула. В общем, очень много разных масок. Так, что у меня тут еще есть? Ой, вот это вот классная Секрет Скин. Это с секретом улитки. И, о, кстати, вот нашла маску. Я покупала ее в Литуаль. Девочки, как же мне понравилась эта маска. Отлично увлажняет. Брала ее по какой-то акции. Так, вот такую кисточку увидите в фикс прайсе. Ни за что не покупайте. Вот, мне понравился от Эльсеф. Это оттеночный шампунь фиолетовый против желтизны. Девчонки, классно, классно. Вообще, посмотрите, сколько у меня его закончилось. Раз, два, три, четыре. И вот это пятый. Отличный. Корейский, по-моему, крем для рук или китайский, я не помню. Увлажняющий парфюмированный. Девочки, как он вкусно пахнет. Пользовалась, носила в сумочке. Отличный кремик. Так, следующее, что у меня здесь Маной. Это от Yves Rocher. Что здесь? Гель для тела и волос. Для тела не использовала, использовала для волос. Аромат такой, знаете, немного с горчинкой. Понравился. Так, ну что тут у меня еще всякие масочки. Это все, в общем, выкидываю. Дальше. Все, заговариваюсь уже. От Divash Concealer True Color. Мне понравился. С удовольствием его повторю. Так, это все выкидываем. Патчи. Корейский серум. Тоже отличный. Мне понравился. Это фирма Цика. Я девочке одной отправляла в подарок. Она выиграла у меня в конкурсе. Ну, потом узнаю у нее, что и как. Вот еще один консилер True Color, только он уже в другом оттенке.
Одеваж нормальный. Ой, вот это, девочки, это эмульсия от Midi Answer. Кто увидит, купите, не пожалеете. Пахнет розой, классно увлажняет. Вы знаете, утром как глоток воды после пустыни. Все, отличная, просто отличная эмульсия корейская. От Mixit вот это вот глубоко очищающая глиняная маска с ментолом, экстрактом петрушки. Мне понравилось. Я вообще хвалю Mixit, потому что мне все у них нравится. Вот этот вот крем для лица, блюр крем, пользовалась им летом. Девочки, какой же он классный, как же на него хорошо ложится тональный. Лицо блюрит и при этом хорошо увлажняет. Дальше, бальзам, который мне совершенно не понравился, какой-то спасательный круг, полная ерундистика. У меня было три маски от Mixit. Питательная маска для лица с маслом какао, экстрактом миндаля. Очень красивые здесь баночки. Они такие, знаете, сами маски муссовые. У меня было три. Одну я дарила племяннице. Ой, девчонки, не вытащу. Ладно, вот такого желтого цвета она. И еще одна маска у меня была, сейчас скажу. Так, это лифтинг маска для лица с гиалуроновой кислотой, экстрактом малины. Тоже муссовая. Вот что мне самое первое нравится в Mixit, это их ароматы. Они обалденные и божественные. Ну, вы знаете, я Mixit хвалю. Дальше, консилер от Evelyn. Нескончаемый, классный, обязательно повторю. Девочки, ну что же это такое? Ладно, оставлю, потом вам расскажу. Так, эту баночку я выкидывать точно не буду, она мне самой нужна. Отличные румяна у меня были от Luxe Visage Silk Dream Blusher в оттеночке первом, тон первый. Классный, нужно будет повторить. И еще у меня здесь закончилось, так скажу вам, это тоже Midi Answer. Что это такое у меня было? А, гель для умывания. Это вот с этой вот серии. Мне тогда присылали на обзор. Слушайте, ну супер. Вот Midi Answer мне вообще очень нравится. Вот Cosrx корейский и Midi Answer About Me, три фирмы, которые меня просто впечатлили своими продуктами. В общем, все очень классно. Все, ребята, сейчас собираю это все в пакеты, и сын пойдет это выносить на мусорку. На сегодня я уже свое расхламление буду заканчивать. Реально, девчонки, мальчишки, я так устала. Но ничего, сейчас пойду опять еще налью себе кофейка, попью. И на сегодня все. Всех обняла, ваша Лена. Пока-пока.